Эрмис нашла его. Склеп глубокого камня. Колыбель Экзо. И темницу для чего-то зловещего. Ее последователи намерены воспользоваться этим, чтобы высвободить хаос, мощь которого не осознают. Если у них получится, на волю вырвется неукротимая сила, превосходящая их самые смелые мечты. Их надо остановить.
Статус склепа активен. Статус орбиты – режим ожидания. К центру управления ясность приближаются человекообразные формы жизни. Угроза идентифицирована. Склеп в опасности. Рекомендуется активировать протокол ядерного спуска. В центр управления ясность проникли посторонние. В лаборатории склепа обнаружены незарегистрированные экзо и неизвестные формы жизни. Статус – катастрофа. Внимание, немедленно покиньте здание. Это первое и последнее предупреждение.
Стоит узнать, какой катастрофический урон вы нанесете сегодня. Не обманывайте себя. Этот комплекс не просто результат напрасных усилий какого-то жалкого ученого. Этот дом построил сам гениальный Кловис Брей Первый. В нем спасение человечества – источник вечной молодости. Все это возможно благодаря центру управления «Ясность». Великолепно, да? Сущность из другого измерения. И ответ на вечную проблему человечества – смертность. Если это попадет в дурные руки, человечество, да и вся Вселенная обречены. И у меня нет оснований полагать, что вы не те самые дурные руки. Сейчас вы познаете божественное правосудие. Да действует оно вечно. Thank you.
по-прежнему неизбежна. Умные крыски, я не забуду, что вы сделали здесь сегодня. После столкновения склеп разверзнется, а его защита будет уничтожена. Теперь он открыт для всех, и для союзников, и для врагов. Не сможете защитить его, и мир погибнет. Судьба человечества зависит от вас.